не так. Первое включение от пауэрбанка Xiaomi. Проверяем, потянет или нет. Но 9 вольт. Пошел нагрев. Задымилась шишка. Турборежим. Да вообще нормально все. Адекватненько. Выключаем. Так, а турборежим изначально из коробки стоит. Сейчас посмотрим. Дотянет вообще превосходно. Триста семьдесят, 308, 390, 400. Ну, короче говоря, 400 на 9 вольтах. Песня. Песня, да, 260 скинулась. Ну что, неплохо. Выключай. Вот такое вот первое включение. Теперь проверим все то же самое от Power. Ой, вернее, от блока питания на 65 ватт от ПОКа. О, банка зажглась. Погнали. Нагрев намного быстрее. Паять пиять не будет. Вот до 400 разгоним. И... Двести семьдесят, 280, 300. На 9 вольтах 300. 350. 380, 390. Все, 400. Офигеть. Вот такое вот первое включение. Вот как именно должен работать паяльник. То, чего от него и требуется. Компактность, простота в подключении и великолепная работа. Замена жала на горячее. Так, вот эту капку надо убрать теперь со стола. Хорошее, кстати, средство для оттирания печатных плат. Тут наклейку наклеил, не ту. Выглядит он следующим образом.